Дорогие жители и гости Лаишево, мы с вами находимся в центре Лаишево. Но это бывшая окраина города Лаишево. В 1888 году здесь был учрежден Троицкий женский монастырь. И монашки, монахини начали задумывать, а как построить здесь храм. И обратились к казанскому и губернскому епархиальному архитектору Федору Николаевичу Малиновскому. Тот представил свой проект. А проект-то уникален тем сейчас, таких храмов у нас в Татарстане можно увидеть в трех местах. У нас в городе Лаишево, в Свияжске, а также в Раифском монастыре Троицкий собор. И храм величавый. Наш храм самый высокий. Высота его составляет 38 метра. И еще в этом храме с 1934 по 1970 года ремонтировали трактора. Но, видимо, то, что когда строили храм, на каждый кирпич положили по одному желобку. И вот эта прочность, видимо, выдержала эти шумы. А когда ты внутрь заходишь в храм, ты услышишь очень красивый звук. Потому что здесь между кирпичами ставили голосовники. И эти голосовники дают эхо. И увидите вы, как говорит экскурсовод с интересом, а также игумен проводит службу. Храм у нас действующий с 1992 года. Сюда приходят прихожане. А в следующий раз мы с вами сюда зайдем внутрь храма, и я вам покажу, какие уникальные иконы есть здесь, и какая высота, и какая роспись самая первая здесь появилась.